Что опять? Вот какой вопрос? Вопрос. Правильно ли я понимаю, что сотрудники ГИБДД уже приезжают? Да, они оформили девушку. По этой части нет к ней. Каким образом зачем вы воспрепятствуете ей въехать? А вот она должна понести ответственность по хулиганству. По хулиганству. Вы знаете квалификацию вообще? Конечно. Неоднократные были замечания сделаны по нецензурной брани. Знаю, конечно. В общественном месте, это... громко. Это не читает, я уверен. Уверен? Да. И слышал, большое количество людей были недовольны таким поведением. В общественном месте при женщинах и детях. При пенсионерах, да? Да. А мало женщин, да, и детей? При пенсионерах. Вот, Ирина Гургенова вот. Спасибо. Присутствует. Спасибо. Все, пожалуйста. В очередной раз звоню в ГУВД. Теперь уже пытаюсь вызвать на участкового, вот, на данного нарушителя. И по нарушению правил дорожного движения никто пока не едет. Тоже хотелось бы, чтобы отреагировали. Здравствуйте. Вот до настоящего времени на Красноармейскую 25 никто не приехал из инспекторов. Я уже примерно 2 часа здесь жду, и первоначально с часу обращался примерно, с 13.00, там они частично устранили нарушение, но не до конца, уехали куда-то. Алло. Ну да, можно посадить, заказать, чтобы как-то приехали они сюда, а то вот уже вообще не реагируют, получается. Я перестал ваше сообщение, там уже принимается решение. Ну да, и вот один нарушитель здесь еще общественного порядка стоит, нецензурной брани выражался, ждет. Участковый пошел второго куда-то, ну не знаю, оформлять или нет, он не сказал. Такого же нарушителя матом ругался там вообще вместе громко. Куда-то ушел, не сказал. Вот больше, вот его нет уже час где-то, участкового. Куда делся, никто не знает. Молча пошли куда-то и ушли. Вот как это тоже вопрос оформить нарушителя? Он здесь стоит, ждет. Вот мы стоим, ждем. Это заявка только что была передана гражданке. А, то есть вы приняли, передали, да? Она звонила. Сейчас вы хотите сообщение оставить, правильно я понимаю? Ну да, дополнительно по этому вопросу. По какому? Ну вот, во-первых, по нарушителям, которые стоят, вот инспектор не приезжает. Красноармейская 25. Они приехали или приехали? Не приехали, нет, не приехал, нету инспекторов. Фамилия, имя, Шамардин Алексей Александрович. Здравствуйте. Уберите, пожалуйста, автомобиль. Нельзя здесь стоять. Островок безопасности здесь. Вызвали инспектора. Под вами. Инспектора вызвали. Инспектор приедет. Сейчас я с вами разберусь. Подождите на секунду. А, и уже уезжаете. Да. Да. Законным. Законным. Да, законным. Давайте уезжайте, больше так не ставить. Никогда. Да, слушаю. Да. Слышь, что-то хочешь сказать? А? Что ты хочешь сказать? Ну выйди, скажи. Как со мной можешь разобраться? Давай, езжай. Же. Законным способом. Законным сказал тебе. Законным сказал тебе. Ты можешь. Иди давай, давай, езжай, не матерись. Матершинник. Алло, извините, пожалуйста, тут видите, приходится. Как? Они нарушают правила дорожного движения, мы делаем замечание. Какое приставание? Вы о чем говорите? Зачем вы дальше на конфликт выходите? Так он матерится дальше. На какой конфликт? Я же ему должен сделать замечание, что он матерится. Или... Хорошо, ждем, спасибо. Вторым рядом припарковался. Кто, я? Не, вот. Здравствуйте. Здрасте, вторым рядом встали. Можете куда-нибудь припарковать, пожалуйста, машину. Нарушение ваше фиксирую. Уезжает. Представляете, какими формулировками будет описано в отношении вас заявление? Осознаете это, да? Вы сейчас просто вот у вас... Можете подсказать? Дикое, не знаю. Я не в своем уме, честно. Не знаю. То есть вы признаете сейчас, что вы не в адеквате, да? Вообще не адекватно. Вы не адекватно. Можете подсказать, каким? Вы, прошу прощения, вы болеете чем-то? Я? Да. Вы всем. Говорите о том, что вы неадекватны и болеете всем. Возможно, у вас коронавирус, а вы общаетесь со мной не через... Вы попрошу, соблюдайте, ладно, пожалуйста, мужчина, дистанцию. Хватит. Нет, нет, не ладно. Вы устроили дефицит, а вы обозначили, что вы болеете, вы больны. Я болею. Да, вы ставите под угрозу мое здоровье.
Ваше здоровье. Отойдите. Я не могу так делать. Вы на 1.5 метра не находитесь от меня. Раз, два. Почему вы без масок? Вы же общественная организация. Вот тоже заявление напишите. Заявление напишите. А вы зарегистрированы где-нибудь? Заявление напишите. Проверьте. Заявление напишите. Вы можете по всем заявлению написать. А вы зачем на меня кричите, пожалуйста? Заявление напишите. Я нахожу ваш тон угрожающий. Заявление напишите. Находите. Заявление. А вы вообще больной, правильно я понимаю? Я больной. Вы только что обозначили. Вы заявление можете написать на все. Слушайте, а вы под чем-то, да, у вас глаза просто красные, бегают вот так. Да. Заявление напишите. Подождите, я его адвокат. Заявление напишите. Да. Я защитник. Защитник. Я защитник. Сначала вы. То есть у вас не только общественная организация, но и помимо этого у вас еще иная защищаю, общественная деятельность. Защищаю от таких, как вы. Ага, таких, как я. Угу. В очках люди. Знаете, да, там институты гражданства. Мало камер, побольше, пожалуйста, ракурс. Слушайте, а вас мы я все побаиваюсь. Знаем. Все знаем. Мы не бойтесь. Не надо бояться. Он добрый. Я без обид. Так он больной. Нет, он не больной. Неправда. Нет, вы ошибаетесь. Вы не доктор, вы адвокат. Привет всем. Всего лишь адвокат, а не доктор. Вам никак не может навредить. А вы можете представиться? Я меня Александр зовут. Не, папа. Александр Александрович. Он еще сам лоб, погоди, он даже не представился нам, адвокат. Можете, знаете, что адвокат обязан. Знаете, у нас прямая трансляция. Сейчас наверняка сотрудники полиции смотрят. Можете попросить их, чтобы они быстрее приехали? Попросите. Уважаемые достопочтенные сотрудники полиции, будьте добры, будьте побыстрее, избавьте вас от общения с этими многоуважаемыми добропорядочными гражданами. Пожалуйста. Все, спасибо. Вот сотрудники полиции, у вас уже человек просит, понимаете? Дальше, не светите вот, мне, что хотели сказать? Он еще не представился, не адвокат. Адвокат даже не представился, скрывает. Снимаю. Нас снимает скрытая камера. Все. Попались мы на видео. Это перед нами троими просто тогда нужно. Если девушка еще раз извинится, они, вы можете, ну, как бы, не знаю, ну, не будут заявления оставлять больше. Как понять, еще раз? Один раз только, еще раз. Перед нами двоими или троими там. Вон Санька наполивала как. Направо и налево. Всех поливало. Всех поливало, да. Что это такое? Открой. Есть предложение. О. Разумно есть. Ой, фонаря не нужно. Гляньте, классное освещение. Пойдемте на сделку. Давайте. Со следствием. На сделку, на сделку со совестью. Есть предложение, откройте. Машину не надо, ты еще скажешь, да. Ломят. Да у меня, да не на меня все фиксируется. Я ж не волнуюсь. Адвокат! А можете открыть, есть предложение у защитника Александра Завучукова одно. Не хочешь, но ну, пусть ждут. Ну, не хотят, значит, как хотят. Полицию. Что еще делать? Других вариантов нет. Так. Адвокат, все, разработал, он, главное, разработал, как действовать, и может спокойно идти. Защиты, да? Теперь все четко, теперь все много заявлений будет написано, я чувствую, на нас 50, а может 60, с формулировками с разными. Может и не с разными, а с одной какой-то, но развернутый, мы не знаем. Только одному адвокату. Да. А может и самому неизвестно, может просто... Так. О, смотри. Есть предложение к вашему доверению. Предложение, да? А можно я буду говорить с кем-то адекватным, а то вы обозначили. Давайте, не в себе. Ну, а вы в себе, пожалуйста, да? Нет? Нет? Это что значит? Я просто не понимаю. А, ну вам трудно, я понимаю. Что значит в себе или не в себе? Я просто не могу понять. Можете разъяснить, что вы имеете в виду?
Я просто редко слышу. А вы можете не светить? У вас есть какая-то техника, которая не светит? Редко слышу от людей такие высказывания, ну потому что это надо быть... Ну я понимаю, вам трудно это, да? Это надо быть... Она смотрит. Ну а что мы с ней сделаем? Мы же не можем задержать ее. Пусть уходит, сейчас машину эвакуируем, дождемся теперь точно. И ее уберем отсюда, что. Вот и все, я думаю. Вы дождались. Кого? Эвакуатор. А, ну все, вообще великолепно, что. Так а вы как, вы вообще представитесь? Мы? Нет. Почему? А зачем? Вот, сюда. Вот этот надо забрать. Вот и все, как хорошо, видите. Не вовремя она уехала. Нет, так подожди, это эвакуатор. Это они вызвали, скорее всего. Да, конечно, они вызвали эвакуатор. Они вызвали эвакуатор, деньги заплатят и уберут машину. Вот и все. Молодцы. Деньги заплатят за эвакуацию. А полиция вот так вот. А полиция, да, к сожалению, не приехала. Да, полиция. Ну, зато понесут расходы. Не, хозяин нету, она ушла. Это не хозяин, самозванец. Да, я серьезно, хозяин ушла, а то воровство будет. Она ожидает, между прочим, полицию, эта машина. Смотрите, не вмешивайтесь в это лучше. Лучше вам не вмешиваться в это вовсю, кутерьму, а то будете замешаны. Во всей этой фигне. Документы где на машину? Без документов на машину я не могу ее. Правильно, это воровство будет, кража. Не надо куда-то. Мы тогда сейчас суда сниматься на камеру, вы не будете. Да снимайте, ради бога. Нет, не надо вообще. У него документов нет на этот автомобиль. Адвокат прокололся. Вы можете стать протопособником. Так, что-то. Сейчас адвокат совершил прокол. Так, что дальше? Смотрим. Адвокат залазит. Видите? Схема адвокатского. Вот это цель. Конечно, сейчас зафиксируем обязательно. И службу эвакуации зафиксируем. За место полиции, гляньте, быстрее, чем полиция приехал. А мы ждем эвакуатор. А этот приезжает быстрее намного. А мы просто вот здесь встанем и не дадим эвакуировать. Да мы не дадим, эти вот так. Они нас вообще соплями. Ну да. Вот так вот встанем и все. Пусть что хочет, то и делает. Все. Как он подъехал? Да они не нас, это из-за бездействия полиции произошло. Все. Алло. Мы не можем сделать то, что не в наших силах. Дежурный сейчас могут обнаружить. Подогнался незаконный эвакуатор, который без полицейских приехал по договору с коммерческой. Собирается машину эвакуировать. Вы думаете, что делать? У нас нарушитель убегает. А он уже убежал, все. Я не кричу. А второй вообще куда-то скрылся с концами, просто с концами. Да. Ушел и все. Вы понимаете, что нарушитель убегает, эвакуатор незаконный сейчас Я слышу вас. Где инспектор? Я что-то не понял. Где они есть? Кто мне может рассказать? Где ДПС? Где инспектор, да? Почему они не едут? Так, Ирина Гургенна еще раз пытается вызвать сюда полицию и инспекторов. Но они не едут, вот уже несколько хорошо, часов. Не было ДПС. 4 ДПС часа. Был у нас? Когда? Не было ДПС, вот вам люди говорят, все на камеру. Не, они были давно. Были они часа 4 назад. Внутри да. Точно. Не до конца доделали работу и уехали. Они там других оформляли. Да. А эти не оформлены. Совершенно верно. Надо было сказать им, да. Все, ребят, сейчас едет участковый, идет, все. А, ну все. Вот телефон уже звонит. Все, ждем. А что здесь случилось? Вы расскажите. Да, ребят. А нарушитель отправил дорожного движения, участкового ждет. Ей сказал участкового ждать. Участковый уже
Да, пошел, значит, оформлять другого. Ну, а говорите, что выписали уже ей штраф. Нет. Нет. У нее другой штраф. У нее другой. Ее должны были оформить. Похоже, да. Ей участковый сказал ждать и все, и ушел другого оформлять. ДПС должно приехать и вас вызывать. Нет, сейчас они у них нет такого. Сейчас ДПС удобрет оформлять, поломаны банки. Она стукнула кого-то? Шквал, ну будут выяснять. Шквал, разбираться будем с полицией. В общем, сейчас ожидаем полицию. Вообще-то это прерогатива полиции. Сейчас в Краснодаре половина машин ездит повреждений. Повреждений тут ни при чем. Там другие нарушения у нее есть. Общем, помимо этого, скрылась, девушка скрылась этого уже. Автомобиля. Ну, скрылась, она что-то нарушила? Да. Ее должны обучить какая разница. Вторым рядом стояла и еще... Хулиган совершил. Вот, вторым рядом стоит. 20.1. Это статья 20.1. А что было сделано заявление? Сейчас участковый едет. Хорошо, машина ее здесь тогда при чем? Второй ряд вот поставил, вторым рядом. Долго стоял. Мешает людям. Уберут ее сейчас. Не, она сначала должна понести ответственность, потом уберут. Вот сколько вас много. Как раз общественный порядок тут нарушать. А вы пока. Сейчас я посмотрю. Здравствуйте. Гришина Виктория. О, отлично. Так. 006494. Так, а вы можете представить, пожалуйста? Полицейский патрульный постовой службы, младший сам полицию там Богомолов. Как извините? Богомолов? Богомаев. Просто здесь ничего что не слышу. Дозор 006926. Дозор работает, он всегда не предупредили о видеоцеле. Потому что вы ко мне только сейчас. А вот это кто? Вот это кто? Просто мы будем заявлять информацию. Это сотрудник полиции вы? Да. А можете представить, пожалуйста, тоже? Вы стажер? Да. Все, спасибо. Просто мы будем информацию, может быть, возможно, персонально, и мы видим, вы не в форме. Поэтому я вас спасибо, да, что подтвердили. Оскорбление, да. Второй ряд, вот автомобиль. Смотрите, дважды несколько. Подождите. Мы вызывали полицию. Подождите, мы обращение направляли, вы не дослушали, и нас перебил вот какой-то человек, и мы даже не смогли вам сообщение. Вот смотрите. Кто обращался именно? Мы обращались, да. Смотрите, вот в этой машине находился нарушитель. Давайте я вам поясню. Че? Кто? Смотрите, давайте я вам объясню, спокойно. Вот в этой машине нарушитель был, он сейчас убежал куда-то. А она поставила там машину, Краснорейс 25, ее оформили инспекторы за нарушение правил дорожного движения. Потом она обматерила нас всех несколько раз, ну, грубо, нецензурной бранью. Мы кучу замечаний сделали, что сообразует состав правонарушения 20.1, ну, хулиганство. Мы предупредили об этом, попросили извиниться. Она не извинилась. Поставила машину вторым рядом и стоит вот здесь в наглую. И сама сейчас только ушла. Она сбежала. Я... Так что? И ей помог сделать адвокат. Он ей комментировал, как это... Да, Ирина Гурьен тоже знает, она вот подсказывает. Ну, в общем, в двух словах так. Приложил усилия, чтобы нарушитель покинул место нарушения. Когда да, класс. Что тут? Товарищи не дают мне возможности уехать. Светят камерами в лицо, свет. Это нервирует. Был брошен бычок. Это стресс. Она ушла, просто бычок ушла. Бросили. Меня вызвали, вот он, я здесь. Я вызвал эвакуатор, просто чтобы убрать его. Вот ключи от автомобиля, ПТС внутри. Вы можете поспособствовать тому, чтобы эту машину... Вот это вообще никто, он не имеет отношения к автомобилю. История какая? Это вообще никто, звать ее никак. Был участковый, да, который должен был ее оформить. Вообще человек без имени, он даже не представляется. Оставаться на месте. Ну да, вы же не представлялись. После чего она вызвала адвоката. И сейчас она скрылась с места. Участковый сейчас должен подойти, да? Ага, ну ждем вот уже, не знаем где он. Сказали, он сейчас должен. А, должен, да? А кто сказал, Ирина Гурьен? Да, еще дежурный подходит. А инспекторов можете посадить? Инспекторов. Вон там нарушение, мы не доработали. Вон там они не до конца, там 5-6 машин осталось. Я сейчас наберу сотрудника ДПС, потому что... Вот, спасибо. А то мы вызываем уже, ждем 4 часа, никто не едет. Что это такое? Позор. А у него документов нету, это адвокат, а мне кажется, он самозванец какой-то, по моему личному мнению. Подождите, возможно, они сейчас это поспособствуют. Кто был
Вот вас пасос. По преступлению вы ходите и просто с пасосом. Я адвокат собственника. А у него нету доверенности, ордера нету. У меня есть. Он врет. Ордер. Мне кажется. Почему? Мне кажется. Почему это нас... Самозванец какой-то с улицы пришел. Где ордер? Покажите. Ордер. Есть на представление это интересов. Это продолжается уже несколько часов. Непонятный человек. Условия длящегося нарушения. Да. И этот молодой человек содействует. Я понимаю, я просто только сейчас подошел. Мы все. А, вы не были. Вы были, я вам рассказывал. Только что. Да, она не моя подопечная. Мы ждем многоуважаемого господина участкового уже несколько часов. Если она не ваша подопечная, тогда пошел вообще. Ордера нет, значит, вы не защитник, не представитель. Я не обязан вам ничего предъявлять. Вы вообще непонятно кто. Тогда вообще похитите, вы здесь не были. Вы не знаете суть проблемы. Гражданин Алексей меня зовут. И ваши доводы. Вы что? А здесь стоять, чтобы эвакуатор не стал загружать. А то он сейчас быстренько подгонит. Нас здесь кому-то стоять, нормально, пока я отвлекаюсь. Посмотри, умный, они кто-то там... Слушаю, да. Подожди, подожди. Кого? А, сейчас. За вот это, нарушение ее еще никто не оформил. За второй ряд, да. ИПДД. За вон то нарушение. Его здесь не было. Вас здесь не было. Его здесь не было. Он еще не транспортное. Это от ГИБДД. Хорошо, вы видите, что это выходит за пределы. А почему должны выход нарушить? Она насчет участкового для оформления. Вы здесь не были. Позвоните участковому. Вы здесь не были. Я сейчас как раз этим занимаюсь. Дайте время немного. Вас здесь не было. Вот это да. Вы будете всех заблуждение. Адвокат, вы тут не баламутьте эту ситуацию тут, а то мы тоже, знаете, все в курсе все происходящее. Вы тут не переворачивайте, но на голову просьба. Вы знаете, просто дело в том, что если я разговариваю сложно подчиненными или же словосочиненными. Вы еще к тому же ерничаете, понимаете? Над людьми издеваетесь. Я еще не ерничаю. Вы оскорбили гражданина, назвали его каким? Неадекватным? Да, а? Адвокат. Как где адвокатская этика, если вы адвокат? Вы имеете право так говорить гражданину? Гражданин и вас в палате так учат. Вас в палате так учат. Подозревать человека в неадекватном состоянии. А, адвокат? Или у вас последний день это работы? Хотите? По вашей рекомендации. Может быть. По вашей рекомендации. Потому что палата такого, надеюсь, адвоката отчислит. Чертовы бабушки из палаты. Из адвоката. Она нарушила. Вот так, я скажу. Да. И это так. И ПДД. Нарушение ПДД. Извинитесь перед человеком. Вы вообще в этом нарушение ПДД, что значит? А вы, слушай, а вы честь, а мы с вами что как? Вы врач, вы кто? Вы сейчас обвиняете. А вы знаете, что статья 21 Конституции? Это нарушение адвокатской этики. Да, конечно, какое нарушение? Чистое. Это содействие преступлению. Он посоветовал скрыться нарушителю. И сейчас будет сразу врач заблуждение. Да что за адвокат такой странный? Он должен максимально культурно вести себя и вежливо. На нее написано заявление, она обязана вернуться сюда, на место. Это заведомо ложный донос. Заведомо ложный донос. А вы были, вы присутствовали при угрозах? Вы когда пришли? Когда были угрозы? Можете за... У нас на видео все пишется. Так вы тогда ордера тогда лишите. Вы ордера лишите. Мы с вами не закончили, адвокат. А то превратись в адвоката дьявола, она же нарушитель, знаю, как же так? Какой коллеги? Ты как это ложный свидетель? Да, конечно, мы его фото, он уже все, он уже сейчас пробьем данные, кто это такой непонятный, какой-то адвокат. Да, и как же ваша фамилия? Вы, пожалуйста, подтверждаете? Как ваша фамилия? Представьте, пожалуйста. Цель продолжается. Фамилию представь, назовите свою, мне несколько раз. Он, я попросил представиться, он отказался. Вот этот вот адвокат. Ладно, Вася, я буду держать тебя в курсе, но, возможно... Все, ну, все? Да, может, это он не хочет сам. Вы правильно делает. Хотел провернуть спецоперацию, ничего себе. Вот это да. Сейчас нормальный эвакуатор приедет и без собственника ее уберет. Нормально, а не такой вот ваш заказной. Или собственность приходит, ее оформят и все, и будет все нормально. Коллега звонил, да? Когда полицейский
А как ваша фамилия-то? Можете представиться? Я отошел оформлять другого. Какое имело право гражданин ослушаться законного требования? Да, есть такое идет. Право? Ожидаем. Нет права, правильно? Все, адвокат, сейчас будете показывать свои навыки. Незаконные действия ее, поскольку она не исполнила требования Вячеслава, даже да, что тот был один, что всю округу пошел оформлять. И вот это вот то, что она ушла, содействует вот молодой человек. Посоветовал мне все-таки скрыться. Я понял. Сейчас это все надо документально зафиксировать. Так, а потом с этим господином займемся. Ну все, в принципе, что? Вот пришел. Или вы да, там. А то вы общественным. Охрана общественного порядка осуществляете, а не до этого. А как эти нарушители боятся вот, девушку в форме, если увидят, как реагируют? Адекватно? Или вы вежливо к ним? Адекватно? А, все. Да, здорово. Девушка очень вежливая. Да не, вообще. Вообще круто все. Да, просто тут с часу, понимаете, да? Часу мерзнем. Тут столько этих неадекватов было за это время. И матерились, и ругались. Мы тут уже еще сдержимся с последних слов, сил. Спасибо, что отреагировали. Все. Приятно видеть, что люди остановились и разобрались. Вызвали дополнительно. Видите как? Не-не-не, я вот здесь сейчас вот. Вот он я. Вот, вот, я вот здесь вот сейчас вот. ДП ждем, за второй ряд надо оформить, вот так. Надо на всякий случай кому-нибудь там, а то Ирин Гурьен мы снимаем, да. А то он задний ход сейчас что-то пока не дает. Не, пока не. Вот это да. Видели? Что получается-то? О, вот так. Даже адвокаты тут присутствуют разные. Да, все. Вам бы не знать, угроза без реальных действий не имеет никаких оснований. Я вас 10-й раз прошу прекратить видеосъемку. 10-й раз говорю вам о том, что мне больно, когда свет светит в глаза. А вот фонарь. Вы вот можете подать. Показать, пожалуйста. Можете на Panasonic суд подать. На Panasonic суд подайте и все. Вы вот. Собственник этого телефона. Вот, Panasonic выпускает такие камеры. Я не могу рассчитывать силу света, понимаете? У меня она одна. Вы понимаете, мне больно. Вы можете как-то... Ну, как вам больно? Я вообще в сторону свечу, адвокат. Как он может? Да. Все проверки прошли. Как вам больно? Вы в сторону вам светит. Вам не может быть больно. Вот ваш товарищ. О, а вон инспекторы едут. Сейчас оформят второй ряд, все хорошо будет. И замечательно. Но они, наверное, там начнут сейчас. Они, мы ж туда вызывали. Сейчас вот как назло будут там работать. Скорее всего. Ну что, адвокат? Не ту вы подопечную начали защищать. Надо защищать. Людей, которые ничего не нарушают, а не которые. А не которые нарушители. А нарушители, наоборот, не надо нарушать. А вы, как вы, такие вот адвокаты, способствуют, я считаю, по моему мнению, личному, способствуют нарушениям. Вот вы, благодаря вам, вот такие, то, что вы там подсказываете, что делать, там, подговариваете. Нарушители продолжают нарушать ваши и наши права. Они создают недоброкачественную практику бедную. Да. Защищайте невиновных людей. А виновных не надо защищать. Так, водитель уезжает. Ниссана. Все. Почему уезжает, непонятно. Он водитель Ниссана все-таки уехал. Ну ладно, там... Не, мне вот этот интересует водителя. Очень, ну знаешь, такое... А вон инспектор ДПС приехали. Сейчас мы к ним подойдем и разберемся по полной. Так, что здесь происходит? Леша, правильно я сказал, оформляйте пособничество на этого молодого человека, что тот, что она ушла? Не знаю, сейчас. А где? Вон. Она не пришла, я говорю, оформляйте пособничество на этого молодого человека. Владельца данного. Правильно? Я не знаю, что это такое, сейчас, секунду. Разберемся сейчас, Ирина Григорьевна. Так, вот тут инспекторы приехали. Представляются. Инспектор, здравствуйте, а можете представиться, пожалуйста, обращение имеется? Не, обращение имеется. Подождите, во-первых, это по моему обращению. Ну, по моему обращению, я не знаю. Беликов, спасибо. 23-26-01. А имя, отчество как ваше?
как обращаться? Юрий Александрович, а можете, пожалуйста, вот вызвать эвакуатор, эвакуируйте второго ряда данный автомобиль, вот стоит уже. Сидит. Зачем эвакуировать, если человек в машине сидит? Зачем? А он не собственный, он вообще непонятно, кто вот автомобиль. Мы сейчас разберемся, потом все, нужен. Понял, хорошо. Потому что вроде собственник убежал куда-то. А это непонятно кто. Да, да, он там пишет пока. Я понял, хорошо, все. А вы можете потом, как разберетесь с этой машиной, я просто вон туда вон тоже просил доделать, там инспектор не доделали. 5 машин осталось, вот Красноармейская 25. С утра там мы занимались этим вопросом. Можете потом? А, все. Ну, отлично. Там. Доработать. Ну, хорошо, все. Значит, все занимается, все в порядке. Надо фото на память, наверное, кого-нибудь попросить сделать. Это публичная ваша вещь. Так, что тут происходит? Это кто вообще, инспектор? Вот это кто? Я уточняю данный человек, не подходите, все. Не, у него публичные. У него публичные здания. Я девушке буду данные устанавливать сейчас из него. А он откуда знает? Ну, если он адвокат, значит знает. А он кто? Где ордер? Ордер давайте. Я тоже разберусь, не надо. Вы будете с ордером, а документы на камеру показывать не надо. Я разберусь, мы сейчас разберемся. Я понял. Имеет ли он право? Все понял. Конечно. Конечно, хорошо. Обеспечите присутствие нарушителя. Здесь все сделаем. Все, у него только удостоверение, у него ордера нет. Он не имеет права, я вам заявляю. Договоренности не должно быть. У него должна быть доверенность, либо ордер. А он просто самозванец, мне кажется, какой-то. А так, товарищ Шусковый, скажите, пожалуйста, опросили свидетели или кто-то другой опрашивает? Вот по обоим скажите, фактам опросили все-таки или нет? Вы собрали материал? По нецензурной брани девушки и мужчины опросили, двух. У вас материал, можете посмотреть? Без протокола вы не сможете дать ходу вообще. Так, непонятный какой-то вот этот вот дядька. В общем, там происходит, но опять, наверное, занимается. Сейчас, скажите, пожалуйста, там, да, по обоим опрошено, просто я не пойму ничего. Заявление-то я написал, это мое заявление. А опрошены, мне кажется, не все. Манкевич там опрошен должен быть из Заводчуков. По двум фактам. Проследите, пожалуйста. Да, по двум. По девушке, по мужчине. Потому что я так поняла, что пошли узнавать персональные данные этого нарушителя ДПС. Я честно не в курсе. Нет, подождите, Ирина Гурьевна, я просил, чтобы проследил, чтобы по двум фактам были объяснения. Вот, а он не взял.